Здравствуйте! Театральная студия «Живая кукла» представляет вам сказку «Захар и олень». Есть у Манчи на Северном Урале любимое озеро Ваткатур. Недалеко от него жил охотник Захар со своей семьей. Был он трудолюбив, целыми днями ходил по тайге, охотился, знал повадки каждого зверя, умел выслеживать хитрую лису, находить зимой медвежьи берлоги, ловить сахатого. Только оленей никогда не ловил, жалел их Захар. Однажды летом пошел Захар на озеро проверить поставленные им сети. Тихо на озере, только и слышно, как рыба плеснет или как утка вспорхнет. Вдруг видит, недалеко от него стоит красавец-олень. Засмотрелся на него охотник, весло из рук выпало. А олень встрепенулся, замер на миг, потом, гордо подняв голову с сереньким пятнышком на лбу, убежал прочь. Прошло лето, пришла и ушла осень, наступила зима, а зима на Урале суровая да снежная. Трудно Захару с семьей жить стал, юрта совсем худая, и на охоте удачи нет. Пошел Захар в лес, день идет, другой, из сил выбивается, а на след зверя набрести не может. Вышел к болоту и видит, на краю болота стадо оленей пасется, и среди них тот с сереньким пятнышком на лбу. Стал Захар потихоньку подползать к оленям. Вот уже совсем близко подполз. Быть бы ему с добычей. Задрогнуло сердце у охотника. Жалко стало оленя убивать. Олени почули, что человек близко, и умчались. Только хотел Захар повернуть обратно. Вдруг видят, прямо к нему, опустив голову, идет большой и сильный олень. Испугался Захар, а олень остановился около него и сказал человечьим голосом: «Здравствуй, Захар! Давно я тебя знаю. Вижу, как ты трудишься, бродишь по тайге, а удачи тебе нет». Захар отвечает: «Спасибо тебе, гордый олень, что добрым словом согрел меня. Будь завтра на этом же месте». Проговорил олень и, высоко подняв голову, убежал. На другой день, только показался первый луч солнца, Захар пошел на болото. Красавец-олень уже ждал его там. «Я буду твоим другом и помощником. Садись на меня», — сказал он. Быстро мчался олень по тайге. Сколько было радости и удивления, когда Захар вернулся домой. Легче стало жить Захару, освободил его олень от самых трудных работ. Все привыкли к доброму оленю, и решил охотник отблагодарить его за доброту. «Это тебе, дорогой олень, спасибо за помощь». «И тебе спасибо, человек, мне с такими рогами даже и волк не страшен». С той давней поры все олени носят рога и дружат с человеком.